Андрюш. Ты что, просто видишь, у меня это? У них там шарик, смотри. Мячик. Мячик, да. Поцелуй его. Он вышел один какой-то. Смотри, у них какой лобешник. У этого вообще лоб такой прям прошибной. Блин, как им тесно тут. Смотри, как прям глаза разбегаются. А вон еще маленький, маленький прям. Смотри, какая рыба. Она какая-то плавает-то. Вон там черная. А, черная. Она, смотри, она их щекочет. Да, она просто а так. А это сом, что ли, такой? Нет, я не знаю. Ой, да, просто. Мне тут нравится больше. Смотри, какая она тигровая прям как будто. Вот тут вообще прикольный. Такое. А, у них сквозной, что ли? Смотри, вот это черненькое, тоже прикольное. Ну, смотри, какие зоны, серебристые, смотри, какой глаз. Гигантские вообще. Вот, вот все. Вон еще дальше, смотри, какая. Какая большая тоже. Вон сзади, видишь, какая еще? Ну да, вон второй тоже. Похоже, да, на перья? Нет. Вот это вот расположение вот этого именно мне нравится. Он такое. Природа придумала. Маленькая. Остроносая? Да, вот там желтенькая, за ней. Ну, он прячется, не вижу. Это наша черепаха, красноухая. Лучше бы реально черепах сделали, а не рыб. Подсветка такая прикольная, блин. Там тоже такой надо. Нет, мне вот это больше нравится. Ну, это тоже прикольная маленькая. Не, ну вот это вообще прикольно. Смотри, какая расцветка у нее прям. А вот это другая, фиолетовая. О, да, у нее прям, как будто она подсвечивается сама по себе. Вот это вообще прикольно, мне нравится. Подсвечивается так она. А вот это-то, ох, смотри. Не, вот это мне больше нравится, смотри, какое-то прям пятно какое-то. Она размером как три мои руки, наверное. Офигеть. И вон. Нифига себе. Не, вот это вообще страшная рыба какая-то. Посмотри, ну, кусок смотри. Картошки какой-то. Белые зубы такие. Он такой... Да-да-да, он улыбается все время. Не, вот это... Офигеть, морские же, вообще никогда не видела, если честно. Ой, они гладко так двигаются. Они как-то светятся. Настя, блин, как ребенок прям. Вот она, вот она, вот она, смотрите. Вообще, она как улитка какая-то, знаешь, переросла. Ага, реально улитка. И вот это тоже вот прикольно. Девушки, да. Это такие глаза у нее. Бобби, она, помнишь, вот эта учительница по вождению? А, да, точно. Прикольно. Глаз такой странный. Рыбка застряла в сети. Да, вылезет. Вот он плывет, Настя, большой. Вон там еще больше есть. О, нифига себе. Так лежит вообще незаметно. На него наступить можно. Если в море. Такой смешной. А, смотри, какой он волосатый, как мышка. Это большая и бухарская. Это мозг. Такой нос у него. Ты его не снимаешь. Ладно, ничего страшного. А, вон он еще один. Не знаю, но это какой-то червячок. А этот? А!
О, блин, смотри, какие у него эти что-то. Дырочки какие-то. У меня такая жопа волосатая. Вставай. Вставай ногами. Ой. Круто, тебе по лицу. Вот, не, я знаю, смотри. Он, смотри, у него усики какие, как у тебя. Он чешется, он чешется. Нет, надо же, да, вот так под водой засунуть, чтобы почесаться. И видишь, он чешет именно левым, не правым. Значит, он может как люди, короче, делать. Смотри, усатый. О, какой глаз, посмотри, у него большой. Нос, нос. Но это вообще жесть, я не знаю, это, как это вообще возможно? Смотри вот на вот эту. Это, вот если ты такую увидишь под водой, когда ты ныряешь где-нибудь в Турцию, ты же подумаешь, что, блин, я не знаю, динозавры вернулись. Блин, какая она гигантская. Вот в камере так не видно, наверное. Нет, в камере она не такая гигантская. Просто встань на фоне, вот, я тебя сейчас сниму. И какая рыбина. Вот, знаешь, она, мне кажется, длиннее тебя даже. Смотри, какие у него зубы сломанные. Он тебя откусит. Он длинный, ему, наверное, лет 10 уже. Вон там еще один лежит. Вау, классно. Вот этот крутой вообще. Смотри, как он завис. Типа такой, шел, шел и остановился. Че его держит? Он на хвосте держится сейчас. Проверить бы, смотрит он за моим? Нет, не смотрит. Да. Блин, смотри, как они глубоко. Ну, в смысле, там далеко так. Они все как камни лежат. Ну. Такого. Ниже. Лоб, да. Прям тут. Какая-то это такая мраморная, да? Да. Блин, я хочу черепах, чтобы подплыла. Люблю черепах. Блин, сколько тут литров, а? 1005, наверное. Блин, ну вообще классно, конечно. Я не пожалел денег. А вначале он сказал это. Смотрите размер аквариума и меня. Вот мы, наверное, как, если мы вот так будем вставать, то это раз 10, наверное, получится. Вот. Блин, вообще она классная, большая. Там еще есть? Ого. А черепаха где? Не знаю. Я потерял. Блин, ну тут вообще гигантская акула. Вот она, черепаха. О, это походу прям ее домик. Блин, ну она вообще офигенная. Ну прикинь, какая она большая. Мне кажется, ее прям не поднять. Вот у нас тоже такая вырастет. Смотри, какие глаза у нее какие-то фиолетовые, у черепахи. Как вы поняли, мы находимся в океанариуме. Нам здесь очень нравится. Настя ведет себя вообще как ребенок. Да, Настя? О, смотри, смотри. Пошли. Большая. Смотри, какой он длинный. А, смотри, он улыбается, он улыбается. Не, у них хвост, смотри, какой длинный. Вот он плывет. О, тут вообще классно. Сейчас иду.
Блин, тут вообще классно. Тут прям садись и рассматривай. Ваши комментарии, Анастасия. Фоткай. Смотри, там гробница чья-то. Это Атлантида, Атлантида. Типа, затонувший остров. Лови ее губами. Надо поцеловать ее, как будто. Давай. Она не хочет. Какая? Пятнистая? Пятнадцатая. Я хочу вот такую черепашку купить. Смотрите, какая милая. Ай-чай. Ай-чай. Она бороздит просторы океана. Такие у нее прям. Нет, это тоже прикольный. Это креветка. Не, мне они не нравятся, мне вот эти нравятся, моржики. Ну да, в общем. Похожи же, да?